Хай. Привет. Раскидайте, пожалуйста. А вот Донигол. Уже. И снова Донигальцы? Блин. А кто это? Неважно. Не знаю, но у Алекса на него зуб. Вы не забудьте, что у нас конквест. Угу. Что одинаково плохо. Ну а у нас конквест, давайте, может, точки захватим. Что, нам центр сразу светить или во вход идти? Центр. А я не помню уже, блин. Я не помню, где и когда мы с ними воевали. Это я, Марат, не переживай. Да, это разве Бродинидец? Тогда у них было Женька, Спайдер, Квикдроу. Женька вижу, Спайдер вижу. Это первый батальон. Еще Женьку вижу. Этом, значит, это другие ребята. Ты куда лезешь-то? Блин, я упал. А че скажешь, что это первое? Так, там одни лайты. У нас че? Да. Два спайла, два Женьки на руль. Там два лайта. Все, вперед. Меня сворачивает. Отметка С первая. Я работаю. Догоняем ее, гоним. Входит как. О, вот основная группа. Уии! Full house, мазафака. Обходим сзади. Все вперед. Хайлендера налево, все остальные спрашиваю направо. Спутник. Первая метка F. Марат, ну ты жжешь. Так, ну я здесь не могу подняться. Вторая метка E. Метка E, фрукта. Арта в онлайне есть. Лайты не собираемся, G6. Блять, че фрукт так живет-то? Долго. Мы только зашли, потому сука, что. Он еще стандартный, падла. Ай, ай, ай. Пардон. Добейте фрукта, атлас. Атлас метка H. Они капу берут. Левый полуторс. Блять. Они капу берут лайты, может. Надо нашим помочь там. Все, меня снесли. Право сайт, помогите. Арта, аккуратно. Отметка Джей, Хайлендер, лайты. За мной Кентара бежит. Ножку ему спилите, левая ножка. Они убежали что-то. А, так, от CM Atlas, отметка I. Метка I, снимите. Сняли, но давайте никто. Давайте точки брать. Все, 20 осталось. Да ладно, вынести их всех, и все. Ну, смотри, сейчас сольем по захвату. Все, лайки, а соты, пара, все остальные, пора, разбегайтесь. Ребята, не добейте. Дженнер, а, лайты. Разбавить сейчас, если разбегутся. Тету возьмите, ну, че вы там? Реглос, развернись, выведи их на меня. Они от меня бегут. А, окей. Спайдер закружил, он здесь. Окей. Нас уже Эпсилон забирает. Так, метка Д более пробит. Так, на Эпсилон выходим. Че там сзади у нас? Ну, Спайдер. Спайдер Д, давай Спайдер Д. Ох, сколько их тут. Я на Эпсилон арту навел. Отходи с Эпсилон. Давай, Алекс, я с тобой. Fuel at
недолет. Без ноги добивай его. Фогит. Так. Фогит выбил. Мека. Нет, Женя. Не убили. Фоги, хайскил Фоги. Арта под ноги. Бегу за я, за А. Сними, у меня на хвосте висит спайдер, сними его. Мне надо до тебя добежать. Там не только спайдер у тебя на хвосте, если что. Там Джена. Этого убил. Марат. Это я стою и жду, пока лайты выйдут. На C7 квикдроу, почти целый. Нам надо забрать... Еще одну точку хотя бы. Я метку Б работаю, ну. Забираем, хотя бы отжать, просто тупо отжать до состояния, чтобы она ничья была. Квикдро где? C7 был, ушел сейчас куда-то. Капсулы наведите. Да их они вдвоем еще. Да, Алекс, ты в одну сторону смотришь, я в другую. Лайт, ты готов. Пойдем на их базу, что ли? Капайте быстрее чего-нибудь. Остался квикдроу. Так, у них один остался. Неуловимый Джо. Скорее всего, где-то в районе D8 или на Е-линии. Арта, мне хорошо под ноги прилетело. Лайтам досталось их. Называю огонь на себя. А чё я без ноги? Кто-нибудь пишет. Чё, кто стоит на Эшсон, не охраняем? Ты постой, я пойду на Тету пока. Давай. Да, если суть в том, какой у них был легкий состав, может они тут как кап играют. Зум, вы сейчас вывалились очень рано, и вы фактически вышли впервые солтов. Да, есть такое. Вот. Был уговор не терять инициативу, вот и пошли вперед. У меня другой вопрос. Почему... заговариваюсь. Я говорю, хайлендер налево, все остальные направо. Я поворачиваюсь, за мной три хайлендера. Не дают потому что меня не услышали. Отступить, не маневрировать, ничего. Не услышали просто, понятно. Квикдроу F идет к вам. Ну просто здесь даже вот так вот чисто логически, нафига в одну сторону всем идти? Это под арту подставляться и перекрестного огня не получить. Мы вышли раньше, значит надо было их в этом промежутке и зажимать. Да, то, что мы вылились, это да, есть такое. Ну, собственно, я не особо пожалел, что мы вывалились. Мне просто, я говорю, хайлендеры, которые в итоге все живы остались, они вот как раз за спинами фруктов шли. А, вот. Мне фраг не засчитали. И мешали. И арту вытягивали. Вот поэтому как раз-таки лучше было выходить сначала хайлендером направо. Потому что хайлендеры на себя возьмут больший урон. Мы бы не потеряли тогда двух фруктов. Тебя и Дим.